время ты мне дашь? Причина остановки. Повышение скорости. Покажите. На данном отрезке дороги. На сколько? Пойдемте. А здесь не судьба? Давайте я посмотрю. У нас машина она стоит. Ну это разве мои проблемы? А? Разве это мои проблемы? Ну что она у вас видео фиксации в машине стоит? Что вы мне предлагаете сделать, скажите мне, пожалуйста? Принести и показать, если я что-то нарушил. Так, это вот чисто по-человечески подход. Вы считаете, это целесообразно в данный момент времени? Более чем. Вы меня спросили причину остановки, да. Я вам объяснил. Да, но я теперь хочу убедиться в этом. Я вас приглашаю пройти в патрульный автомобиль и убедиться воочию, это все увидеть. Понимаете, там аппаратура, она не портативная, чтобы я вам принес. Смотрите, инспектор. В Луховицах меня поймали за скорость, мне принесли ноутбук, показали, вопросов нет. Сейчас понимаете, погодные условия и куча проводов, вы можете в этом убедиться воочию, подойдя к патрульному автомобилю. Ну как-то не хочу. Наверняка там есть превышение, поэтому, дабы, чтобы избежать всего этого, давайте несем, составляем, смотрим справки, сертификаты, ну, чисто по-человечески. Документы я ваши могу увидеть? Ну, после объяснения причины остановки, да. Здесь же не пост ГАИ. Не пост ГАИ. Вот. Статья 13, пункт 20, закон о полиции, знаете ли? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. 185 приказ. 185 не обязательно. Я вам сказал, статья 13, пункт 20. О чем она гласит? Закон о полиции. О том, что я имею право останавливать вас, иметь документы. Да, на постах ГАИ. Нет. Вне стационарных постов, вне стационарных постов и пикетов. Ну нет, ни о чем это не говорить. Я знаю, что вне стационарных постов. Я еще раз говорю, давайте двух свидетелей. Я объясню им ситуацию. Статья 13. И дам вам. Ну и что он говорит? Я вам еще раз говорю, для проверки документов я имею право остановить автомобиль. Вне стационарных постов и пикетов. Вне стационарных постов. Ну причину остановки мне объясните. Законную. Законную? Да. Превышение скорости. Превышение скорости. Покажите. Достаточно. Покажите. Я вас предлагаю пройти. Не хочу. Нет желания. Всего абсолютно. Я до свидания. Спасибо, до свидания.